скажите, как по-вашему, зачем нужно знать историю? Знать историю? Ну, чтобы быть образованным человеком, по меньшей мере. Чтобы знали своих предков, не забывали, что такое Россия испокон веков. Мне кажется, чтобы учиться на ошибках прошлого и к тому же изучать биографии личностей, которые не всегда знаешь, и создавать себя как личность тоже. Для того, чтобы знать корни свои, родину, а для чего еще? Ну, историю нужно изучать для того, чтобы, конечно же, учиться на истории предков, на их опыте и также принимать грамотные решения в будущем. Люди, которые здесь живут, они должны понимать, что здесь кто-то жил до них. Вот. Поэтому настоящая история – это краеведение по-настоящему. Это история твоего дома.